никак не мог открутить масляный фильтр. Для этого приобрел вот такой съемник от 70 до 120 миллиметров. Диаметр фильтра откручивает. У меня фильтр оказался чуть меньше диаметром, 65 миллиметров. Я взял съемник, надел на него отрезки от кислородной трубки резиновой. И после этого у меня все хорошо открутилось. Немного замял его, но зато открутил. А до этого не мог не открутить ни с помощью ремня, ни с помощью цепного съемника. Закрутили вообще очень сильно. Он даже, по-моему, царапины остались от того, как от касания металла фильтра, а металл. Вот такая вот доработка. Съемник качественный, сделан добротно. Вот такой переходник есть под вороток квадрат и под гаечный ключ. Эта часть сюда вставляется. Теперь мы откручиваем фильтр. Слил масло. Теперь хочу остатки выдуть вот таким воздуходувкой. Вот такой. Вот снизу подложил тряпку. Сейчас посмотрим, сколько вытечет. Вытекло совсем немного. Теперь попробуем дунуть вот сюда. А вот сейчас вытекло гораздо больше. Так что, может быть, кому-то будет полезным выдуть остатки масла. Благодаря вот этим резиновым наконечникам удобно закручивать фильтр стало. То есть он цепляется вот за эти грани, но их не мнет. Все уже затянул полностью. Грани ровные. Металл бы, если был бы, смял бы уже. Резинки смягчают.